Доброго вечера. На самом деле каталог реально шикарный, и такие цены, как я набивала заказ гель для душа за 51 рубль, это просто я не знаю, таких цен нигде нет. И, конечно, помимо кучи подарков, еще и спасибо, Танюша, большое. Еще и помимо кучи подарков нам делают скидку 26% или 20%, еще дарят программу Фаберлик Клуб. И, конечно, очень тяжело не запутаться в количестве подарков. И сегодня наша с вами цель распутаться во всех акциях, правилах добавления и в количествах подарков, чтобы ни вы, ни ваши новички не путались ни в чем. Итак, спасибо большое. Вот. Итак, разрешите представиться. Зовут меня Кононова Аня. Мы работаем вместе с мужем Кононовым Антоном на интернет-проекте Фаберлик Онлайн. Мы с 26.11.2014 года присоединились. Мы являемся сооснователями проекта вместе с Татьяной Сафроновой и Николаем Андрейко. За это время мы успели открыть старшего национального директора и еще одну веточку. Скоро мы открываем международных директоров, потому что у нас две веточки на 19% подходит, и будет уже 18 веточек. Вот. И, конечно же, самый главный упор именно я всегда делала на акции и на рекрутинг, да, и вот такие вот результаты у нас, что мы всегда разбираемся во всех акциях и всегда разбираемся в рекрутинге. Я, конечно, буду рада вам рассказать про акции, подарки, и чтобы у вас тоже так же быстро и хорошо все получалось. Итак, ага, немножечко слайд съехал. Ну, главное, видно слова. Ребенку шампунь. Да, я вот беру 0 плюс дочке. Она у меня наконец-то полюбила мыть голову, потому что без слезок. Итак, конечно, Фаберлик начинает год с зимней распродажи, но помимо распродажи нас ждет, по-моему, более 5 подарков. Мы с вами позже посмотрим эти подарки. Я на самом деле в шоке от акций, в шоке от распродаж. Меня этот каталог привел в восторг, потому что на самом деле мы можем с вами на год запастись всеми гелями для душа, какие нам только нужны. Потому что потом, мне кажется, уже не будет таких дешевых цен. Мне кажется, что это только в каталоге номер один для того, чтобы поддержать продажи, поддержать наших, может быть, директоров, лидеров, еще что-то. Но скидки реально удивительные. Акции реально их столько много. Я смотрела, вот прям не знаю. Вот так вот смотрела и смотрела. И вы понимаете, пока каталог не закончился, брови у меня ниже так и не опускались. Это на самом деле прям фурор какой-то, да. Скидки удивительные, и на самом деле удивлению нет предела, и щедрость компании просто меня удивляет. Как компания может до такой степени сильно скинуть стоимость на продукцию, до такой степени сильно сделать такие недорогие? Да, просто слов нет, цены прям обалденные. И, конечно, в этом видео мы с вами, в этом вебинаре мы с вами обязательно обсудим купоны 50% скидки. Вот, и давайте же с вами начнем. Во-первых, хочется вам сообщить, те, кто не знал, что у нас с вами будет в этом году 19 каталогов. Это значит 19 выплат в год. Я безумно этому рада. Я довольна, что в прошлом году нам прибавили одну выплату, в этом году нам прибавят еще одну выплату. Это просто шикарно. Но, конечно, двухнедельно каталоги нужно уметь отрабатывать, и мы с вами будем учиться их отрабатывать, и все у нас с вами получится. Вот. И в этом году будет 5 двухнедельных каталогов. А как вы видите, первый, второй каталог идут по 3 недели. Каталог номер 3 будет двухнедельный. Каталог номер 5 будет двухнедельный. И потом в сезон уже 14-й, 16-й и 18-е каталоги тоже будут двухнедельные, да? Но мы это с вами знаем, да. Вот, Игорь, кстати, да, на всех может акций не хватить, потому что таких скидок я еще не видела. Я в компании, конечно, немного, 2 года всего, но таких скидок я не видела. И, конечно, радостное известие, что
на директоров ничего не распространяется в плане того, что там ужесточаются правила по получению квалификационных бонусов. Нет, мы с вами будем также в течение любых 8 периодов из 19 подтверждать свои знания, свои звания, поэтому не переживайте, все у нас с вами хорошо, просто да, просто на одну выплату будет больше в этом году. В плане бизнеса это просто супер. Итак, самая важная новость нашего каталога – это, конечно же, подарки. Подарки за регистрацию, за первый активационный заказ. Да, все мы с вами знаем, что за первый активационный заказ в течение 3 дней проект Фаберлик Онлайн дарит вам свой рекрутинговый сайт, и вы можете им рекрутировать в соцсетях, но компания тоже приготовила для вас подарки, и вот эти вот как раз самые подарки могут получить все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации, даже те, кто, как даже сказать, идут как кандидаты на терминацию, да? Не обязательно регистрироваться именно, да, до 22 января, именно в этом каталоге, обязательно просто сделать и оплатить заказ до 22 января 2017 году всем, кто ни разу не делал заказы с момента регистрации, пусть это будет 2, 3, 4 каталога назад. 4 я перебрала, на 3 каталога уже будет терминация. Вот. И, конечно же, первый подарок, мне хочется о нем рассказать получше, побольше, потому что так, тоже съехала, да. Это концентрированный порошок, он идет на выбор. На Украине еще будет спрей-пятновыводитель, про него я слайд не внесла. Порошочек будет или для цветного, или для белого белья. Я беру почему-то все время для белого белья, и тут я внесла некоторое описание, потому что не все знают, что безопасность порошка подтверждена дерматологической безопасностью, да, то есть не все знают, что с этим порошком можно пользоваться с пеленок, да, то, что он эффективный и он экологически чистый, он не нарушает ни наше здоровье, ни экологическую среду, то есть он бесфосфатный, этот порошочек, и, конечно же, то, что он идет концентрированный, одна пачка 800 граммов порошка равняется 3 килограммам обычного порошка. Да, и вы берете оба, да, я беру просто вот этот вот порошочек, потому что он универсальный, да. И второй подарочек, это у нас ультракондиционер для белья, яркость и белизна, серии Дом Фаберлик, объем 500 миллилитров, артикул 112-37, тоже вещь шикарная, тоже можно использовать с пеленкой, вот, пожалуйста, есть логотип 0+, он, благодаря формулам, он очень хорошо, вот, на самом деле, сохраняет белье, белье хорошо гладится, белье приятный такой идет аромат, аромата практически у него нету, но такой свежести аромат есть немножечко, да, то есть он и снимает статическое электричество, и дарит вещам аромат цветущего миндаля, да, то есть гарантирует экономный уход, биоразлагаем, подходит для стирки детской одежды, не содержит так же, как и порошок, ни фосфатов, ни хлора, ни красителей, и, конечно же, подходит для всех видов стиральных машин и для ручной стирки. Вот такие вот подарочки нам приготовила компания на Украине. Плюс к этому набору еще идет спрей-пятновыводитель. Забыла про него внести слайд, и где-то он у меня на кухне потерялся. Я его очень часто использую и вам рекомендую. Вещь тоже хорошая, да. И, конечно, дорогие коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, все ли поняли, что на подарок новичка или первый шаг стартовой программы, это одно и то же, имеют право все, кто ни разу не делал заказов с момента регистрации на проекте. Все. Да, то есть не обязательно новичок должен прийти сегодня и только ему вот этот подарок положен. Все, кто зарегистрирован по 22 число и сделал и оплатил заказ до конца каталога. Отлично. Также мы должны с вами знать, что если мы не активируем свой регистрационный номер в течение 3 каталогов любым балловым заказом, минимальным, да, то
на четвертый каталог у нас идет терминация, то есть удаление номера. А такие люди покрашены красным цветом в распечатке, да, и вот эти покрашенные люди тоже имеют право на подарок новичка. Также важно, что оплата должна пройти до конца каталога, чтобы увидеть два подарка. И очень важно, что подарок надо выбирать самим вручную в разделе промо-акций в каталоге номер 2. И потом мы нажимаем с вами кнопочку «Применить изменения», чтобы эти подарочки светились на накладной. Потому что порошок на выбор, а то, что у нас с вами идет на выбор, нам нужно обязательно выбрать и применить изменения, что мы забираем именно этот порошок, да, для цветного или для белого белья. Оба хороши порошочки, оба биоразлагаемые, экологически чистые, и оба идут для стирки детского белья. И также, конечно, у нас с вами компания, что мне нравится и за что я уважаю компанию, то, что она лояльная. И так получается, что если вы в прошлом каталоге нечаянно не смогли забрать акцию новичка, она у вас в этом каталоге не светится, бывают такие казусы, что там не хватает рубля, или вы забыли оплатить заказ до конца каталога, да, то есть не знали акции, не знали условий, то у вас был пробный шаг, и, конечно же, после пробного шага можно получить два подарка этого периода. То есть вы можете получить и порошок, и есть у нас такие пострадавшие на вебинаре, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто пытался выполнить условия, но что-то недопонял и не получил свой подарок. Вот если есть, да, то вперед забирайте порошок и кондиционер для белья. Вот, нету, да, замечательно, все забрали, вот, но, конечно же, я вам обязательно рекомендую, так как все у нас тут новичков мало, у нас уже практически все наставники, да, ходят на такие вебинары, потому что именно наставники больше всего понимают, что такое правило добавления подарков, когда их новички не слетают с акции, как они расстраиваются. И, конечно же, большинство наставников как раз-таки и ходит на такие вот вебинары, как сегодня. Вот. И, дорогие наставники, обязательно распечатайте отчет по стартовой программе «Структура личной группы». От 60 градусов, Игорь, работает порошок просто замечательно в пару с пятновыводителем. Просто замечательно, да. Вот, можно прямо его вскипятить даже, и вообще все пятна уйдут, вообще здорово. Я так свои шторки с дачи спасла, они у меня пожелтели, провисели там 2 года, такие желтые стали. И да, от 60 градусов порошок работает просто великолепно, да. Вот, значит, когда вы распечатываете отчет по стартовой программе, вы там будете видеть все шаги от пробного шага до 9-го шага стартовой программы. Кто на каком шаге. И этим людям вы можете в легкую отписаться куда угодно. Да? Вайбер, WhatsApp, можете отписаться в сообществе Faberlic, можете отписаться на почту. Да? То есть можете отписаться куда угодно. И ваши новички будут знать, что они... Особенно важно отписаться тем, у кого написано слово «пробный». Да? Если написано «пробный», то у него есть шанс забрать подарки, да, по 9 шагам. То есть целые полгода ваш новичок будет делать заказы, чтобы получить подарки. Это просто здорово. Поэтому не упускайте такой шанс, предупредите каждого. Вот. Также, значит, кто у нас забирает помаду и тушь? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Тушь, я уверена, что вам, кто уже успел забрать, она просто великолепная. Кто не успел забрать, она вам очень понравится. Это моя любимица тушь. Я люблю или ту золотую тушь, или вот эту вот тушь. Тушь 5599 или вот эту вот золотистую, которую сейчас дарят, обе из Secret Story. Отлично, отлично, плюсиков много, молодцы. Да, тушь просто шикарная, и вы знаете, кому бы я ни дарила вот эти две туши, все у меня на них регистрируются. Аня, закажи мне, пожалуйста. Я говорю, ну а зачем я буду забирать твои подарки по программе Faberlic Club? Давай-ка я тебя зарегистрирую, и будешь забирать свои подарки и свои скидки сама. И у меня вот именно на эти туши, и вот, кстати, вот на эти тени очень много приходит покупателей, да, вот такие вот тени. Огромное количество покупателей приходит даже, как вот вам показать. Я думаю, вы все их видели в обзорах. Это просто, да,
Это запеченные тени, хватает лет на 5. А с одной стороны, они дорого стоят, с другой стороны, они и не заканчиваются, как обычные дешевые тени. Да, тени вообще супер. Вот. И, конечно, если вы получили в подарок тушь-помаду, то в этом каталоге, забирая тушь-помаду, вы можете выполнить уже второй шаг стартовой программы. У вас условия таковы. Позже я вам покажу и расскажу, что это за стартовая программа. Вышлю на нее точную ссылочку, чтобы вам было удобнее посмотреть, все пересмотреть. Самое главное, чтобы вы поняли условия. Если вы сделаете меньше суммы, представленной на экране сейчас у вас по стартовой программе, то у вас сгорает право на участие в 9-шаговой стартовой программе. Но у вас остается фиксированы 20% скидки, вы получаете набор тушь плюс помада, и, конечно же, вы остаетесь участником программы Фаберлик Клуб. За это не переживайте. Вот. Ага, ну ничего, Лен, бывает. А в прошлом каталоге тоже надо было самой добавлять. Да, там. А что у нас было в прошлом каталоге? Я запамятовала, дорогие коллеги. Напомните, пожалуйста. Там была продукция. А Ахмадулина нет. Ахмадулина сама в заказ падала. Падала вот такой вот парфюмчик падал замечательный. Ой, как он мне нравится. Шикарный аромат. Вот, девчонки ко мне приходили, я им давала понюхать, девочкам 20 лет, три подружки, они сказали, нет, это более такой женский аромат, мы его не понимаем, а мне он очень понравился. Да, все, вот аромат от Ахмадулиной падал сам в корзину, лично у меня было так, он мне упал сам, да. Вот, Ириш, приезжай, приезжай в гости, не ленись. Поехали в Казань. Вот. Итак, дорогие коллеги, всем ли понятно, что когда вы забираете тушь и помаду, вы можете сделать заказ одновременно забирая на 1900 и 3900 и пойти по стартовой программе. 9 шагов. Да, он сам падает, точно сам. Все ли поняли, да? Вот смотрите, сама стартовая программа. Сейчас я дам вам ссылочку на нее более подробную с нашего командного сайта. Тоже духи от Ахмадулиной получали в прошлом каталоге Олечка. Тоня, привет! Ходишь на каждый мой вебинар, очень приятно. Вот. Итак, что же такое стартовая программа? Первый шаг, он всегда меняется. Как вы поняли, да, в позапрошлом каталоге была Ахмадулина, в прошлом каталоге была тушь плюс тени, в этом каталоге порошок плюс бальзам для белья. Второй шаг, это у нас идет набор для рук Grand Prince Hand Care. Это энзим очистка рук, химический пилинг, очистка рук и потом крем восстановления, жидкая перчатка. Плюс бальзам для волос или маска на выбор. И плюс любой шампунь для волос на выбор. Да, все ли видели, я снимала видео, дорогие коллеги, и все ли видели вы... Как вам даже сказать, минут. Я была удивлена щедростью компании, но новогодний каталог это просто бомба. Просто бомба, что творится в каталоге. Я просто, не знаю, в шоке, в легком шоке. Да. Да, набор для рук очень классный. Это альтернатива салонной процедуры, поэтому компания Фаберлик дарит нам именно хиты. Хиты. Да, то есть не то, что у нее там залежалось на складе, а именно компания Faberlic дарит то, что больше всего покупают, то, что большинству нравится. Да? То есть компания Faberlic не просто выбирает подарки на свой вкус, она выбирает подарки на вкус большинства покупателей. Вот. Итак, третий шаг стартовой программы у нас с вами идет также порошок на выбор и кондиционер, вот как раз который не кондиционер, а пятновыводитель, а порошочек, который как раз-таки и хорошо работает в паре с порошком от 60 градусов, просто великолепный результат. Четвертый шаг стартовой программы – это набор косметики уходовой Ice Trim, которая
включают в себя дневной и ночной крем, или крем для век, или маску патч для век, или и любой тоник. То есть тут вы можете выбрать для увядающей кожи, тут вы можете выбрать для сухой, для жирной кожи. Да? То есть компания предоставляет вам широкий выбор. Также пятый шаг, набор косметики Skinline. Вы можете выбрать помаду, карандаш, цвет на выбор. Вы можете выбрать каял, цвет на выбор. Да? То есть каял мы можем наносить на слизистую глаза, на нижнюю, а простой карандаш, конечно, наносить нельзя, поэтому каял, он универсален и безопасен в плане, да, глазок. Вот, тушь вы можете выбирать и CC-крем, который постарается под цвет нашей кожи. Шестой шаг, это оставшаяся косметика основная для дома, которую больше всего покупают, да, то есть это фавориты наши уже. Это средство для чистки духовок и плит. Кто это пробовал, отпишитесь, пожалуйста, нравится ли вам. Также отпишитесь, нравится ли вам средство для чистки металлических поверхностей, средство с антибактериальным эффектом для туалета, средства для ванной и средства с запотевающим эффектом для стекол и зеркал. Да, супер, да, мне за заказ, но не пришел. Одно дело полагался, другое дело добавили ли вы его сами. То есть все шаги стартовой программы идут на выбор и нужно обязательно добавлять. Если вы не добавили, он вам и не придет. Он вас будет ждать три каталога. Он вас будет ждать три каталога, а потом просто сгорит и исчезнет. Шаги по стартовой программе. Если вы забыли забрать какую-то составляющую шага, то они, как вам даже сказать, сгорают в течение трех каталогов. Поэтому забирайте обязательно в разделе промо-акции на предпоследнем шаге стартовой программы. Скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, кто на каком шаге стартовой программы? А мы у дочки идем, вот в этом каталоге третий шаг выполнили. Третий шаг мы выполнили. Очень нравится чистящие средства. Да. Шестой, восьмой. Ой, шикарно, шикарно. Вот то на втором шаге мы с вами, с дочкой. Ой, я так довольна пойти еще раз по стартовой. Просто замечательно, что моя дочка мне присоединилась, и мы теперь вместе работаем. Да, мы с мужем на втором шаге. Вот, здорово, здорово. Итак, значит, стартовая программа. Значит, первый шаг. Парфюмерная вода была в позатом, а сейчас у нас с вами первый шаг. Это порошок, да, и кондиционер. И, конечно, тут у нас с вами такие правила очень интересные. В этом каталоге вы выполняете, допустим, первый шаг. В следующем каталоге вы забираете первый шаг в стартовой программы, выполняете второй. Дочка в гости пришла, папа забрал. Да, потом, значит, когда вы забираете второй шаг стартовой программы, вам нужно выполнять третий шаг, да. Когда вы забираете третий шаг стартовой программы, вы выполняете четвертый шаг. То есть вот так вот максимально комфортно, потихонечку мы с вами добавляем шаги стартовой программы. Итак, что дальше? Цена наборов по каталогу растет с каждым новым шагом. И обязательно нужно понимать, что стоимость для нас остается прежней, но при этом мы можем переходить с одного варианта оплаты на другой. То есть, к примеру, если мы в этом каталоге сделали 1900, то мы забираем подарок там за 90 гривен, 1500 тенге или 299 рублей. Но забирая подарок, мы с вами, допустим, делаем заказ 3900 и забираем потом уже за 99 рублей 30 гривен, да, 500 тенге или 2,69 белорусских рубля. Да, то есть на следующий, да, каталог мы с вами опять можем сделать 1900 и опять забрать шаг подороже. Да, то есть мы можем с вами менять, переходить с одного варианта оплаты на другой. И, конечно же, дорогие коллеги, оплата, если вы идете по стартовой программе, строго необходима до конца каталога обязательно. И перерыв между первым, вторым шагом и так далее недопустим. Очень часто прерывается стартовая программа по той простой причине, что новичок сделал второй шаг стартовой программы, а оплатил этот шаг в следующем каталоге. И он слетел со стартовой программы, думая, что все хорошо. Да, чтобы у вас такого не было, оплата строго до конца каталога. Да, это правило компании. Итак, дорогая Украина,
А сейчас ушки на макушку. Если, дорогие наставники, у вас есть новички с Украины, вы должны просто передать им тем, что то, что они могут заработать 150 гривен за каждого приведенного под себя в первую линию новичка, который выполнит первый шаг стартовой программы. Вот такие вот денежки, да, 150 гривен. То есть этот новичок, значит, подождите минутку, так, так, компания, первый шаг стартовой программы. С 23 января по 12 февраля вам нужно вместе с вашим новичком выполнить личный объем во второй компании от 1000 гривен в ценах каталога. И шаг третий. В третьем периоде на вашу объемную скидку будет начислено 150 гривен за каждого новичка, выполнившего первый шаг стартовой программы с 23 января по 12 февраля. Да? Поэтому наставники украинских новичков и сама Украина, не плашайте, забирайте денежки. Забирайте денежки, пусть вам повезет. Я думаю, будет здорово, если каждый найдет по 10 и по 20 таких новичков и получит 1,5 или 3 тысячи гривен. Тоня, для России такой акции нету. Да, для России такой акции нету. В России купоны и все такое прочее. Итак, дальше, что мы с вами о чем будем разговаривать? Новогодние скидки минус 50%. Это наши купоны. Все ли разобрались? Поставьте, пожалуйста, плюсики-минусики, как забирать свои купончики. Потому что в конце этого каталога они сгорят и уже уйдут безвозвратно. Ириш, может быть и будет. Так. Минусиков очень мало, замечательно. Так, значит, для минусиков мы сейчас с вами поговорим. Это у меня Украина, да, получилось, там было 399, за 399 гривен. То есть со 2 по 22 февраля, января, простите, нам с вами нужно зайти в раздел промо-акции, и там у нас с вами будет как раз раздел акции консультанта, акции каталога. И вот в этих акциях каталога у вас так и будет подписано купоны, 50% скидка на любой продукт, и сколько купонов вам положено. Вы там ставите плюсики, какой товар вы выбираете, да. Я думаю, кто посмотрит видео, тот поймет, про что я сейчас говорю, да. Кому непонятно, обязательно посмотрите видео. Обязательно посмотрите видео, вы поймете, что там очень легко. Мы также все добавляем как по стартовой программе, также добавляем как бонусы за покупочку и потом нажимаем внизу «Применить изменения». Да, это все в промо, тоже все в промо. И, дорогие коллеги, после 22 января неиспользованные купоны будут недействительны, то есть они у вас сгорят. И вам ваша сейчас задача сообщить, знать не только самим, да, но и сообщить обязательно своим новичкам, чтобы как можно меньше было расстроенных, да, 23 января, чтобы как можно меньше было расстроенных людей у нас на проекте. Да, то есть скидка предоставляется от базовой черной цены, то есть если на продукт каталога указана черная цена 700 рублей, она перечеркнута и подписана 500 рублей, то цена этого продукта по купону рассчитывается от черной цены и составит 350 рублей. Да, то есть 700 минус 50%, 350 рублей. Да, два купона. Вот обязательно забирайте. Если кому-то непонятно, Ольга Дубяга сняла подробное видео. И, Оль, ты модератор, сбрось нам, пожалуйста, видео, как забрать купончики. Ну, конечно, Лена, все получили, конечно. 3 числа уже всем было начислено. Компания дарит, да. Очень хорошо дарит. Да, 6 купонов. Супер. У кого сколько купонов, дорогие коллеги? Не пришло? Пиши в обратную связь, Лена, почему не пришло. Ой, 20, 17, обалдеть, обалдеть. Запись будет. Ага, кинула Оля, спасибо.
Ой, молодцы, молодцы. Все ли знаем вот про эту вот акцию, дорогие коллеги? У нас с вами идет парфюм Lancelot 1 плюс 1 равно 3 в подарок. Я, конечно же, обязательно заказала. И Bon Cherry, новая водичка. Я не знаю ее аромат, но так как она 30 миллилитров, ее удобно дарить кому-то. Скоро будут праздники, да, то есть Рождество, 23 февраля, 8 марта и так далее. И, конечно же, если мне аромат понравится, я ее обязательно буду дарить, эту водичку. Да, поэтому вот жду заказ. Как придет заказ, я вам сразу сниму обзор, разошлю по чатам, мы с вами будем знать, как она пахнет. Вот, ну тут, конечно, описано, что Ланселот свежий ароматический древесно-пряный аромат, который придется по вкусу мужественному и готовому на подвиги мужчине. А я вам хочу сказать, что я без ума от аромата Ланселот вообще, но интересно будет, как пахнет парфюм. Иногда ароматы очень сильно отличаются, да? Серия пахнет одним ароматом, а сам парфюм пахнет другим ароматом, поэтому непонятно. Вот, и, конечно же, Бон-бон черри – это мандаринка, малина, банан. Это ароматы моей дочери. Да, я так понимаю, это парфюмерная вода. Будет пудровая, наверное. Да, сахарной пудрой, да, цветочно-пудровая, ягодно-пудровая, фруктово-пудровая. В общем, очень интересная смесь. Папе брала, да, классный аромат. Пробники, скорее всего, да, будут. Итак, значит, сейчас у нас есть еще одни подарки, и эти подарки положены тем, кто давно не делал заказов, да? То есть такие люди покрашены у нас с вами в распечатке по личной группе желтым цветом. Их красят примерно на третий, на четвертый день. Первый день каталога они не покрашены у нас. Вот, и, конечно же, им всем положен вот такой вот подарок. Причем сразу два подарка. И, конечно же, ваши желтенькие друзья по распечаткам могут тоже получить призы. Вот такая вот акция, да, то есть при покупке продукции на сумму от 999 рублей в ценах склада, то есть это не цена каталога, в разделе промо-акции ваши желтенькие увидят вот такие вот подарки. Эти подарки будут видны на втором этапе оформления заказа. То есть консультанту будет предложен на выбор набор косметики для дома всего лишь за 1 рубль. Акция не кратная. То есть желтенький может только один раз забрать этот подарочек. Поэтому и ваши консультанты, вернувшиеся в бизнес, будут рады этим подаркам. И вы, конечно же, увеличите балловый доход. Поэтому, я думаю, вам выгодно этих людей оповестить всех до единого. Оповещаем мы где угодно. Да, почта, Viber, WhatsApp, то есть можем позвонить на сотовый. Да, если в вашей структуре есть лидеры от 15%, обязательно обратитесь к ним. Мы оплачиваем сейчас. Так, минуточку, выйду из программы. Мы оплачиваем сейчас такую вот IT-полифонию, телефонию, которая позволяет лидерам звонить в любую точку мира и обзванивать каждого своего новичка. Поэтому, дорогие новички, если у вас есть парочка желтеньких, которые не отвечают на вопросы и не активируются, то за неделю до конца каталога обязательно потеребите своих лидеров от 15%, и, скорее всего, они вам позвонят. Если заказ на указанную сумму добавляется автоматически, не выбирая в промо. Может и такое быть. Если продукт не на выбор, он может сам упасть в корзиночку. Да, то есть мы с вами сейчас знаем, что по России 999 рублей наши желтенькие делают заказ, и им положено два подарка. Украина 299 гривен, Беларусь 27 рублей, Молдова 299 лей, Казахстан от 4999 тенге. Вот. И на втором шаге оформления заказа новички уже увидят этот подарок. Желтеньких мы с вами смотрим в распечатке по личной группе. Когда вы распечатываете распечаточку по личной группе, то
У вас там есть люди покрашены в красные цвета, в желтые цвета. Да, это люди, которые несколько каталогов подряд не делали заказов. Ой, улетело, да? Это люди, которые несколько каталогов подряд не делали заказов, и им положен такой вот подарок. То есть компания нам помогает вернуть новичков. Да, то есть это здорово. Ага, пробник бон-бон черри, артикул 3495. Отлично, Анюта, спасибо большое. Вот. Итак, дорогие коллеги, VIP-программа, VIP-привилегии. Сейчас мы с вами обсудим вкратце, что на Украине сейчас такая ситуация, что страна маленькая, и там очень много людей, которые по 10, по 15 лет в компании. И, конечно, большинство регистраций уходит им, и лидерам на Украине, делающим VIP-стаж, делающим 100 баллов, не всегда, не ежекаталожно подписывают людей. Иногда людей подписывают не ежекаталожно, да, и это, конечно, бывает так, что некоторые обижаются и почему-то говорят, что это развод. Поэтому я сейчас хочу других стран попросить наших дорогих ВИПов, которые прошли тренинг, которые переведены на СЦ своей страны, которым приходит регистрация, отписаться. Сколько примерно регистраций в каталог вам приходит, чтобы уже не было вот, что там лидеры других стран обижаются? Напишите, пожалуйста, циферку, потому что мне приходит 1-2 стабильно в каталог регистрации от компании по ВИПу. Сколько вам примерно в каталог приходит регистраций? 6 регистраций, да? 1-2, 3 приходило. Один раз 6, другой раз 2. Угу, ни одной. За 3 каталога 6 рек. Угу. Да, то есть вот обратите внимание, что это люди, которые пишут вам на самом деле правду, и я не знаю, почему такие пошли нехорошие выражения, что это развод, что мы обманываем. Нет, мы не обманываем. Да, регистрации приходят по-разному, и все мы с вами видим, что да, зависит от того, что такое подписка VIP-консультантов под VIP-консультантов, да. То есть смотрите, новичок сидит на каком-либо сайте, раз увидел рекламу, раз увидел подарок, который ему положен за регистрацию, и он проходит по этой ссылочке, попадает на головной сайт Faberlic и регистрируется. Да? То есть он регистрируется, этот новичок, и компания сама с этим новичком не работает. Компания его прикрепляет к кому-то из VIP-консультантов. Да? И вот таким вот образом получается, что, во-первых, Украина страна маленькая, во-вторых, там очень много работающих людей в Фаберлик, потому что когда в Украине был кризис, все пошли работать в Фаберлик, и дай бог, что путные люди все равно выбились в люди, стали директорами, зарабатывают большие деньги, несмотря ни на какой кризис. Сейчас также обстоит обстановка в Белоруссии, да, то есть там пошел кризис, плохо с работой, кого-то увольняют, налог на тунеядство, по-моему, ввели, да, но скоро его, по-моему, уже убрали, если я не ошибаюсь, должны были убрать. Вот, и сейчас в Белоруссии тоже огромный скачок регистрации, хороший прирост, потому что людям нужны деньги, они регистрируются, чтобы продавать, и умные лидеры, которые там проживают, они начинают рассказывать о возможностях бизнеса. Люди поднимаются по карьерной лестнице и начинают зарабатывать намного больше, чем на заводах при кризисе, да? То есть вот сейчас идет скачок именно в Беларуси. Если VIP пропущен один каталог, то на следующий каталог можно сделать 200 баллов, и вы не потеряете VIP-стаж. Да, то есть вот, пожалуйста, тут и написано, что VIP-стаж – это число периодов непрерывного выполнения 100 и более баллов. В случае пропуска одного периода у вас сохраняется возможность не терять VIP-стаж и накопленные баллы при выполнении личного объема 200 и более баллов в следующем расчетном периоде, то есть от 200. Если данное условие не выполнено, вы теряете VIP-стаж и баллы накопительной программы. Желаем вам успехов и развития. Вот.
Да, обучение проходить заново не нужно, ничего не нужно проходить. Вот. Итак, кто же такие VIP-консультанты, дорогие коллеги? А с регистрациями, с подписками мы разобрались. Я думаю, вы все поняли, потому что это люди, которые регистрируются. И какое количество, в какой стране регистрируется людей, конечно, компания Faberlic за это отвечать не может, да? То есть, вот видели, 6 каталог, 6 регистраций в каталог подписывается в одной стране, и одна регистрация раз в 3 каталога подписывается в другой стране, да? То есть непонятно, но все равно компания всегда распределяет свои контакты заинтересованных покупателей и заинтересованных консультантов только под VIP-ов, да? То есть только под VIP-ов, да. То есть под вас подписывают людей с вашего региона. Вот. Я, допустим, вообще от покупателей отказалась в последнее время, но под дочку вот один покупатель пришел, я дочку учила созваниваться на регистрацию, девушка зарегистрировалась, уговариваю ее ехать в Казань, она только пришла, я ее уже уговариваю, она говорит, подождите, я хоть освоюсь, я говорю, хорошо, следующую поездку я вас с собой заберу. Вот такая вот я шустрая. А на магазинах компания разрешает продавать по цене ниже консультанта без подписки. Нет. Нет, за это могут удалить номер, регистрационный номер человека, который это делает. Нельзя продавать, нельзя. Я по своей цене отдаю только своим родственникам. Остальных я сразу говорю, хотите по моей цене, регистрируйтесь. Вам еще положены подарки. Начинаю все рассказывать про подарки, про все. Про стартовую программу, про Фаберлик Клуб, и люди регистрируются. Но никогда, ни в коем случае не продаем продукцию ниже своей цены. Это наказуемо. В компании есть кодекс, его нужно соблюдать. Да. Вот. Также, дорогие коллеги, что такое уровень VIP-1? Да? То есть, когда мы выполняем 100 баллов личного объема за один период, и уже в следующем периоде мы пользуемся привилегиями первого уровня. То есть, в этом каталоге выполнили, в следующем каталоге уже начинаем пользоваться привилегиями. А 70% скидка на один любой продукт текущего каталога от черной цены, 50% скидка на 10 любых пробников, 50% скидка на 10 каталогов следующего периода и участие в распределении контактов заинтересованных покупателей, которые оставят свои данные на сайте. То есть компания вот как раз под нас и регистрирует этих людей, которые оставляют свои заявочки. Подробнее о распределении консультантов сейчас я вам вышлю файлик. Вышлю файлик. Минуточку потеряла. Так, станьте VIP-консультантом. Так, копировать. Вот. Да, конечно, нужно писать в обратную связь. Нет, не имеет права продавать, не имеет права. Может быть, по каталогу продает. Да, не может такого быть. Может, как-то они договорились франшизу оформить, может, еще что-то. Но я видала продукцию Фаберлик на прилавках в своем поселке. Я так смотрела, да, народ меня узнает, сразу начинает убирать. Да, именно прилавок, да. На АП продаются скидками. Ну, вот видите, как получается. Ну, по идее, кодексом это запрещено. Да, это запрещено до поры до времени. Когда это выяснится, то что, как минимум штраф. Да, если это выясняется раз в 50-й, то могут и АП закрыть, могут и номер удалить и так далее. Поэтому не рискуйте, дорогие коллеги. Итак. Далее у меня еще для вас очень много важных новостей, хочется обо всем рассказать, поэтому давайте с вами продолжать. Хочется уложить в час, не хочется вас долго задерживать. Вот. Ой-ой-ой. Ну вот Оксана, да, тоже вот нехорошо. Ну что делать? Итак, уровень второй. Это когда мы три периода подряд делаем 50. Ой, 100 баллов, да? То есть и у нас получается бонус 10% скидки при выполнении 150 и более баллов, да? То есть, смотрите,
Если вы сделали на уровне VIP-3 150 баллов, то мы 50 баллов с вами умножаем на 10%, умножаем на 60 рублей, это балл на выплату России. На Украине мы будем умножать на 18 гривен, в Казахстане мы будем умножать на 300 тенге, в Белоруссии на 1,6 рубль мы будем умножать, в Молдове на 18 лей. Да? То есть формулу, я думаю, вы понимаете. Вот. Я не стукач, на форму доклада знаю. Ой. По цене консультанта. Ну что, ничего уже не поделаешь, у нас тоже продают, но я за себя спокойна, я знаю, что я все правила, все кодексы соблюдаю, и все, вот главное я. Вот, да, то есть мне надо вот это вот. Да, и то есть у нас с вами так и... Вот. Да, то есть и получается, что мы с вами высчитываем 10% бонус по такой вот формуле, да, и вот эти денежки, это не дополнительная скидка от цены каталога, это денежки, которые начисляются вам на объемную скидку, и этими деньгами вы можете расплачиваться в следующем каталоге в счет списания заказов. Поставьте плюсики. Понятно вам про VIP-3, про уровень VIP-3? Спасибо большое. Итак, далее, значит, 9 периодов подряд, это получается уже третий уровень, да. Там мы делаем 3 каталога подряд 100 баллов, и у нас второй уровень. А тут уже третий уровень, 9 периодов подряд выполняем 100 личных баллов. Это привилегии первого и второго уровня, то есть тут все суммируется. И возможность заказывать новинки следующего каталога за 2 недели до начала продаж по красным ценам не более 50 штук на один регистрационный номер. Я довольна, я сейчас пользуюсь этими акциями, я всегда заказываю. Вы знаете, я заказала на Новый год шампуни новенькие, да, то есть пилочки, еще что-то. И, конечно, люди думают, вспоминают, да, то есть пилку у меня дочка опять утащила, да, то есть и люди радуются тому, что у них в руках то, что еще в каталоге не было, а я им уже это подарила на Новый год, да, то есть очень было приятно дарить, очень было классно дарить. Обзор я снять не успела, потому что мы в этот день уезжали, мы заехали на агентский пункт, забрали заказ и поехали в гости, да, то есть вот обзор не сняла. Нет, уровень не сохраняется, он сразу сгорает, Машенька. Вот, далее, значит, о чем мы с вами поговорим. Уровень 4, это уже я на этом уровне, это 18 периодов подряд мы выполняем 100 баллов личного объема. Это привилегии 1, 2, 3 уровней, плюс 70% скидка на один продукт действующего каталога от черной цены. То есть, если все эти уровни суммировались, то мы с вами уже получаем сколько? Сколько продуктов от черной цены на уровне 4? Напишите мне, пожалуйста, циферку, кто как слушал. Два. Мы с вами получаем два. Два, два, два. Ольга, 4, ответ неверный. Молодцы. Да, и у нас с вами получается, что еще одна привилегия дополнительная. Каждый период за 3 дня до начала действия каталога, это пятница последней недели, для консультанта 4 уровня становятся доступны цены и промо-акции следующего периода. Шикарно, я думаю. Вот, то есть те люди, которые плачут, что нам ничего не досталось, имеют вот такую вот шикарную привилегию сделать прям предварительный заказ. Но и оплачивать его нужно будет только в начале нового каталога. Да? То есть сделать можно, а оплатить только в начале нового каталога. Далее каждому VIP-у 4 уровня дарится отличительный значок, который мы можем забрать в разделе промо-акции вместе с заказом. Также у нас с вами есть уровень серебро 50 периодов, золото 100 периодов, рубин 150 периодов и 200 периодов уровень бриллиант. Конечно, всем желаю стать бриллиантовым VIP-ом и получить эксклюзивные, дорогущие, обалденные часы от самого основателя компании Faberlic Алексея Нечаева.
Итак, также хочется мне вам рассказать про то, что у нас есть очень интересная привилегия для тех, кто забирает свою объемную скидку, то есть делает от 50 баллов и больше. Бриллиант, да, это уже последний уровень VIP-а, Тонечка, но может быть что-то еще изменят. Ранее VIP-программа была такая более скудная, сейчас она очень классная, вот, стала. Итак, в каталоге у нас с вами от цены каталога бывает 20% скидка, а бывает 26% скидка. Вот, и что по второму кругу, не пойму. Да, пусть сделают нам элитный и национальный VIP, точно. Дальше все, будем бриллиантовыми випами и будем пользоваться всеми привилегиями суммарно. Будем брать платье, которое стоит 6 тысяч в каталоге за 1000 рублей. Я думаю, это вообще круто. Итак, бывает скидка 20% от цены каталога, да, то есть все новички, которые приходят на проект, их первый заказ, это фиксирована скидка 20%. А если новичок начинает делать 50 баллов, то на следующий каталог у него на все, кроме одежды и нижнего белья, скидочка получается 26% от цены каталога. И это, конечно же, шикарно, это дополнительная привилегия. Конечно же, также если мы делаем 50 баллов, мы автоматом идем и по стартовой программе, и получаем от 3 подарков дополнительных по программе Faberlic Club. И, конечно же, мы с вами еще и получаем робота, который за нас будет рассылать картинки в Одноклассниках. Да, у кого 26% скидки, кстати, отпишитесь, конечно же. У меня уже давным-давно 26%, и я уже не представляю, как это 20%. Вот. Итак, дорогие коллеги, также, ага, вижу, плюсики пошли, ну, молодцы. Ну, конечно, лидеры всегда забирают свою объемную скидку. И, так, сейчас я в шаблоне переписочки возьму правила добавления акций. Забыла скопировать. Вернее, скопировала, но потом поменяла. Так, один опечатки в каталоге. Видео по акциям. Так, письмо по акции новичка. Что-то я потеряла. Ну ладно, я вам скину позже. Я скорее его, нечаянно его, наверное, вырезала. Оль, ты на школе? Будет скидка 20% только. А вот Олечка скинула, обязательно разошлите всем своим новичкам и сами посмотрите. Оль, спасибо огромное. Я, скорее всего, вырезала из шаблона переписки. Вставь туда, пожалуйста. У меня бывает такое, иногда я возвращаю, если что-то теряю. Вот, и значит, дорогие коллеги, как правильно добавлять акции по каталогу номер один? У нас с вами есть три категории акций, которые Ольга скинула. Самое коварное, это, конечно же, бонусы за покупку. А бонус за покупку всегда всем приходит дорого, и никто никогда не знает, что его нужно добавлять в разделе промо-акции. Дорогие коллеги, будьте, пожалуйста, внимательны. Самое главное, донесите это до своих новичков. Конечно, 99% людей все равно за бонусы за покупку обжигаются, и все равно им они первый раз приходят дорого, они начинают разбираться в правилах добавления акций и больше таких ошибок не делают. Но, конечно, есть и такие новички, которые придут на вебинар, послушают, посмотрят и поймут, смекнут, скажут «ага», и все, и ошибок не бывает у них с первого раза. Поэтому не открывается, да? А у меня открылось все хорошо, Люда. Все хорошо открылось. Люд, ты просто нажми, она у тебя выйдет в новой вкладке. Открывается, да? Вот, значит, мы с вами должны знать, что у нас таких в этом каталоге ошеломительное, рекордное количество, 11 коварных бонусов за покупку. На самом деле это много, их бывает 5-6 каталог, тут, конечно же, их 11. И на самом деле каша за 29 рублей или аромат 50
миллилитров, да, то есть фэнтези и мелоди со скидкой 50%. Это на самом деле не всегда можно урвать. Или средство про ноги за 69 рублей минус 20-26% от цены каталога. То есть он вообще нам обойдется рублей за 40. Такого мы с вами, я не знаю, я на весь год, наверное, буду запасаться, потому что это просто обалденные скидки. Да, то есть всегда все бонусы за покупку мы добавляем в раздел промо-акций. И вторая ошибочка, которая бывает, к сожалению, тоже у каждого новичка, но я уже привыкла к этому, если честно. Ну, конечно, хочется, чтобы новички делали как можно меньше ошибочек. Это продукция, которая добавляется автоматически в заказ, и ее не надо добавлять в каталоге. Да? То есть в разделе промо-акций мы ищем бонусы за покупку, а подарки каталога мы прямо в накладной их уже ищем и смотрим. И они уже там у нас должны быть вложены, да, если, конечно же, они есть на складе. Бывает такое, что на складе может закончиться. Да, это твердое мыло в подарок при покупке любого продукта, штрудель с мороженым, а крем для рук в подарок за 1 рубль при покупке набора Grand Prince Hand Care, да, это альтернатива салонной процедуры. Очищающая полоска для лба в подарок при покупке любого продукта Ultra Clean Green, маленькая, но очень действенная полосочка. Аромат Пондор, это сладкий насыщенный аромат абрикоса с фруктами, с ягодами, я бы, наверное, так сказала. Да, то есть очень насыщенный, очень стойкий аромат, который может продержаться и неделю у вас. Вот, со скидкой 40% и аромат 15 мл, да, то есть мини-версия, вторичный аромат у Пондор 50 мл, подарок за 1 рубль вам тоже вложится. Ничего не отметить, Таня. Нужно все просто добавлять в разделе промо. Оно не отметится. И все очень часто нажимают, забывают добавлять, это, нажать «Применить изменения». Это правда. Очень часто нажимают. Да? То есть, если вы добавите продукт, бонус за покупку один из каталога и этот же самый бонус за покупку в разделе промо-акций, один вам придет дешево, другой вам придет дорого. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Если вы добавите, допустим, какой-то продукт штрудель с мороженым, да, вот артикулы 22-250, 22-258 и так далее, да, добавите, допустим, 10 там скрабов для тела и добавите 10 твердых мыл, то вам придет 10 мыл в подарок, 10 скрабов и 10 мыл за деньги. Да, то есть не делайте ошибок, никогда не вкладывайте подарки, они вам сами автоматом лягут сразу в корзинку. Ой, не в корзинку, а в накладную уже. Перед утверждением вы будете видеть список своих подарков. Сколько штук и что они за 1 рубль, там, за сколько-то гривен и так далее. Так, дальше, значит, пробник женского аромата Бон-Бон Черри из каталога номер 2 в подарок за 1 рубль мы можем получить при покупке декоративной косметики Secret Story со страницы 133-138. Поэтому вот, смотрите, есть и пробник, можно его и так купить, можно и получить этот пробничек в подарок, да, то есть он вам за однак ему пойдет. Итак, отдельная программа для всех, это накопительная программа в Берлик Клуб. Я была очень рада, когда она появилась, потому что у директоров нет уже ни стартовых программ, ничего. Директора просто ездят за границу раз в год за счет компании, директора уже собирают бонусы, а вот таких вот подарков серийных, да, полугодовалых, как вот новичок приходит и полгода подряд он получает подарки, конечно, у нас уже нету, да, и все мы уже получили, все мы уже забрали, больше нам не дают. И когда у нас вышла новая накопительная программа в Перлик Клуб, мы были безумно рады. Да, про зарплату мы, конечно, получаем очень хорошую, да, и нам очень понравилось именно то, что даже директора без разницы какого ранга, могут получать такие классные подарки. Причем могут получать подарки именно на выбор. Эта акция говорит о том, что сколько вы бонусов, баллов сделали в прошлом каталоге, оплатили до конца каталога, в этом каталоге столько баллов у вас и отображается. Эти баллы можно копить. То есть один бонус равен одному баллу личного объема. Если в прошлом каталоге, к примеру, вы сделали 100 баллов, то в этом каталоге вы имеете 100 бонусов, которые можете отменять на подарки. Подарки у нас идут от 15 бонусов. И напишите мне, пожалуйста, сколько VIP-консультант может собрать подарков, если мы 100 бонусов поделим на 15 бонусов равно
Вот такие у нас випы в шоколаде. Да, 6 подарков ежекаталожно просто так. Вот Ириш, на самом деле, дофига. Все правильно написала. Да, и, конечно, мы пользуемся этими привилегиями, пользуемся этими подарочками. Есть условия, что они могут сгорать, да, то есть, поэтому давайте с вами сейчас будем внимательными. То есть, мы размещаем заказы, оплачиваем их до конца каталога. В следующем каталоге нам начисляются бонусы, и эти бонусы можем копить или сразу тратить. То есть, это дело наше. То есть, мы обмениваем на подарки за ноль. За 0 рублей, 0 гривен и так далее. Период действия каталога сейчас перед вами, да, и тут у нас, если вот взять циферку 1, первый каталог, то личный оборот 10 баллов, и на второй каталог, если новичок оплачивает заказ до конца каталога, ему начисляются эти 10 баллов, да, мы их, давайте я вам буду рисовать, криво-косо, но лучше нарисовать. То есть вот, да, он пришел, это каталог регистрации, новичок сделал 10 баллов, и вот эти 10 баллов ему начислились в каталог номер 2. Если в каталоге номер 2 он сделал 15 баллов, но и не потратил вот эти 10 бонусов, потому что тратить не на что, подарки идут от 15, то у него уже 10 плюс 15 получается 25 бонусов, да? А в третьем каталоге он бонусы эти не потратил и не сделал заказ, да? То есть получился, сделал такое промежуточное шаг, и у него сгорают бонусы, да, то есть у него сгорает уже 15 бонусов, то есть вот эти бонусы они сгорают, вот эти вот остаются предыдущие. И личный, если он и в пятом каталоге не сделает заказ, то и вот эти вот 10 бонусов, они тоже, вот эти вот бонусы, они сгорают. Да, вот таким вот образом кривокосы мы с вами все нарисовали. Я тоже коплю, кстати, у Мида на халат. Вот, далее, о чем мы с вами поговорим. Ну, тут ноль, ничего не взять с него, да. И, допустим, в седьмом каталоге лидер увидел, что он растил, растил свою структуру, вырастил, да, до 9%. Ему стало очень выгодно делать 50 баллов, потому что там выплаты до 3240 рублей уже получается. Эти выплаты 65% списываются за заказ, и ему все это понравилось, он решил делать 50 баллов. И, сделав 50 баллов, забрав свои выплаты, он эти 50 бонусов в следующем каталоге может тратить, да? То есть 50 бонусов у него лежит, он их может потратить, может копить дальше, если он делает ежекаталожные заказы, да? То есть если нет перерыва, то бонусы не сгорают. Вот. Подушку. Да, если я тоже брала подушки. Вот. И сейчас хочется сказать вам, что на следующий каталог он решил: ага, больше бонусов, больше подарков. А компания, к сожалению, начисляет до 150 бонусов. Больше компания не начисляет, к сожалению, она начисляет только до 150 бонусов, поэтому будьте внимательны, да? Дальше, то есть, сделав новичок 50 баллов, 250 баллов, ему 50 до 150 только начислилось, да? А новичок в девятом периоде сделал 100 баллов, и ему начислилось 200, которые были, да, вот эти вот баллы, плюс вот эти вот 100 вот сюда, да, и у него получается 300 баллов, и он уже подарки может забирать. То есть у нас есть подарки от 15 бонусов, 25, 30, 60, 120, 250, 300, 400, 500, 1200, 1500, 1600, 200 и 2250. Вот я как раз коплю 2250 на халат и 3 банных полотенца. Они идут из натурального хлопка, и я их очень-очень хочу. Уже такие халаты. Да, на подушке очень хорошо спится, мне она очень нравится. Халат 2250, Танюша. Всем ли понятно все, дорогие коллеги? Поставьте, пожалуйста, плюсики, минусики. Вот как раз видите, тут внизу халатик с 3 полотенцами. Можно постельное белье взять, можно просто полотенце, можно наборы. Не обязательно выбирать все по 15 бонусов, да? То есть, делая 50 баллов, мы с вами сколько имеем подарка на следующий каталог, если хотим забрать, да? Можем забрать 3 подарка, можем забрать 2 по 25, 1 за 35, да? То есть, все, что мы хотим, мы можем делать от 3 подарков, да? Вот, огромные умнички. Так, дорогие коллеги, мне бы вам хотелось задать такой вопрос, потому что очень интересно услышать на него ответ. Встречали ли вы хоть одну компанию, которая так задаривает подарками?
Вот. Я думаю, нам это с вами нужно очень-очень ценить и очень-очень уважать. Компания на самом деле от себя отбирает, чтобы отдать нам. И это так и есть, поверьте. Это из достоверного источника, да, то есть это все из выручки нам возвращается, то есть они себя урезают, чтобы нас вот так одарить щедро. Русская душа – это щедрая душа, это классно, что компания русская, да, слава богу, что компания международная, зарабатывать ей могут все, это классно. И, конечно, видели ли вы хоть один такой магазин с такой кучей подарков, чтобы и скидка 20-26%, и стартовая, и накопительная, да, и куча подарков в каталоге, да, еще и купоны, еще и поездки, еще и бонусы. Реальные подарки, ну да, нужно выполнять условия, чтобы получить реальные подарки. Да, нет, конечно, этого нету. И это, конечно, мы с вами сейчас должны понимать, что да, на самом деле компания очень хорошо вкладывается. И, если честно, я впечатлена. Да? Также я приглашаю всех новичков взять быстрый старт. Это двойные квалификационные бонусы на простом директоре 55 тысяч, на старшем директоре 27 500, на серебряном 110, на золотом 165, рубин 220 и так далее. А если свыше 150 баллов, то они записываются ровно 150. Если вы или ваш новичок сделают лично 200 баллов, то запишется только 150. Да, то есть бонусы дарятся не за групповой оборот, а за личный оборот. Вот. Итак, все ли знают условия про быстрый старт? Быстрый старт – это очень легко. Если с момента регистрации в течение полугода вы смогли открыть простого директора, то ваш квалификационный бонус умножается на 2. Допустим, в России это 55 тысяч рублей. То есть вам 55 тысяч перечисляется сразу, и потом через 8 каталогов подтверждения перечисляются вторые 55 тысяч. Если вы успели взять, допустим, старшего директора, серебряного директора и золотого директора, да, за эти полгода, то вам перечисляется первый раз 55, 27, 500, 110, 165, и через 8 каталогов подтверждения, да, вам упадет еще раз эти же самые двойные бонусы. Всем ли все понятно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если у вас вопросы. То есть бонусы, они суммируются. То есть не обязательно, если вы за полгода открыли золото, то вы все потеряли. Нет. У вас все суммировалось, то есть все умножилось на 2. Квалификационные бонусы других стран я вам сейчас вышлю с командного сайта, и вы увидите квалификационные бонусы всех стран, дорогие коллеги. Да, круто, быстрый старт, поэтому, ну, быстрый старт по простому директору берут практически все, потому что за полгода директора не открыть, я не знаю, что нужно делать, чтобы не открыть директора с такой компанией, которая дает нам для роста все. Да, мне кажется, нереально не открыть за полгода директора, нереально. Нет, продлено до 2 числа, до 2 апреля, по-моему, быстрый старт продлен. Сейчас посмотрим, посмотрим. Так, условия получения бонуса продлены до 2 апреля, дорогие коллеги. Новый быстрый старт до 2 апреля. Это мне точно, это точная достоверная информация. Если год ничего, конечно, нет, Самира. Конечно, нет, квалификационные бонусы будут только в единовременной выплате, да, то есть не двойные будут, а именно одни. Да, в новостях было до 2 апреля. Итак, дорогие коллеги, все, я смотрю, вопросов нету. То есть быстрый старт – это квалификационные бонусы, умноженные на 2. Тот, кто не успевает взять быстрый старт, ничего страшного, у вас будет квалификационный бонус, просто он на 2 не умножится, вот и все. Просто не умножится на 2. Обычный квалификационный бонус вы все равно получите и по директору, и по старшему, и по бриллианту получите. Не переживайте.
Вот. Итак, ждем парфюмерную водичку от Валентины Юдашкина в каталоге номер 2. Одежды я там не увидела, но так как у нас начинаются зимние конференции и фэшн-показы по Флоранжу и по Юдашкину, я хочу сказать, что, скорее всего, как показы пройдут, одежда появится. Я поеду, я буду участвовать в показе, не сама участвовать, да, то есть у меня не модельная внешность, но я буду участвовать со своими девчонками. Я приеду в Новосибирск, да, то есть все, кто желает, пусть покупают билеты, приезжают к нам в Новосибирск, да, то есть и мы поедем в Самару. Ой, в Самару хорошо, там тепло. Ну, по крайней мере, не так холодно, как в Новосибирске. Да, ну, я не знаю, в Самару пока навряд ли. Скорее всего, Олечка, мы с тобой уже встретимся в сентябре в Москве на вручении чека. Открывай серебришко. А правда, что платье на главной страничке каталога 2 будет в продаже? А какое там платье? Так, у меня только нет, у меня первый каталог, второго пока нету. А, я не знаю это, да, не могу сказать. Вот, поэтому, Олечка, буду рада тебя посетить, но скорее всего нет. Почему нет каталогов 2? Я не знаю, я от них отказываюсь, удаляю. Они у меня все по 5 штук прилипают, а мне их уже не надо. Я набрала и девчонкам своим набрала, кто продает. Всем все раздарила. Угу. Тамара, продублируй, пожалуйста, вопрос, потому что, скорее всего, вопрос уехал. Продублируй, пожалуйста. Дорогие коллеги, я всех зову открыть как минимум 23%. Не обязательно подтверждаться, но нужно быть 23-процентным лидером. Вот. На массажный коврик скидок нет. Ой, про скидки это только в обратную связь, да? Я всех зову на ассамблею. В сентябре она будет в гостином дворе. Все мы с вами это знаем уже, да? 80 раз новости по чатам проехались. Если он не может быть появится в этом каталоге. Ой, я вообще без понятия, Тамара. Это вопрос в обратную связь. Да, то есть желаю вам открыть всех, как минимум, директора. Ходите на вебинары, обучайтесь, рекрутируйте, создавайте странички. И, конечно же, когда в каталогах, ну вот обещали со второго каталога начать запускать Юдашкина. Вот мы видим, что в каталоге номер 2 у нас уже пошла парфюмерная водичка от Юдашкина. И поэтому я думаю, что будет, наверное, с третьего каталога, раз уже Юдашкин вышел. Мужская одежда будет, но я не могу сказать точно когда. А футболки, трусики, носочки, скорее всего, придут к нам вместе с Флоранжем. Флоранж обещали открыть продажи со второго, с третьего каталога. Да. То есть скоро, буквально вот на днях уже начнется показы, начнутся быть доступны. Да, я тоже жду, мне уже надоело ждать, если честно, я устала ждать. Да, новость прогремела полгода назад. Да, во втором нету ничего, но никто не исключает то, что, может быть, продажи откроют во втором, да, чуть раньше, чем третий. Да, конечно, мужья ноет, мой тоже ноет. Итак, дорогие коллеги, все знают, что компания Faberlic помогает садить деревья в более чем 45 регионах России. А с 2010 года компания сотрудничает с межрегиональной экологической общественной организацией ЭКО. И, конечно же, уже 5 лет компания сотрудничает именно с организацией «Солнечный пес», которая воспитывает собак-поводырей деткам, которые родились с ограниченными возможностями. Я думаю, это здорово, я думаю, это классно. И я горжусь своей компанией, что компания не только о нас думает, да, но думает и о будущем наших детей, и о детках, у которых есть ограниченные возможности, помогает адаптироваться в жизни. И это тоже классно. Да?
Да, география Фаберлик расширяется. Да, расширяется. Мы уже можем доставлять продукцию в 42 страны мира. Также компания каждый год с уровня подтвержденного золотого директора оплачивает нам поездки, дорогостоящие поездки на другие страны мира. Допустим, в позапрошлом году лидеры ездили в Китай, и мне очень хотелось побывать. В этом году уже нас с Николаем и Татьяной Сафроновой, и с ее мужем, и с моим мужем возили в Шри-Ланку. И Доминиканская Республика нас ждет в 2017 году. Но очень важно быть подтвержденным золотым директором и ежегодно делать 100 баллов, чтобы туда попасть. Вот. Также у компании есть собственный завод, собственное производство. Абсолютно вся продукция Фаберлик проходит обязательное тестирование согласно ГОСТу Санпину. Компания Фаберлик внесена в Госреестр предприятий, производителей экологически чистой и безопасной продукции, что тоже очень приятно. Общая площадь фабрики занимает 35 тысяч квадратных метров. И, конечно же, наша фабрика внесена в Госреестр предприятий, производителей экологически чистой и безопасной продукции. Я прям горжусь нашей компанией, я ее очень люблю. А также в компании есть свой центр научных разработок, который принес компании 34 патента. Вы представляете, компании всего 20 лет, и в компании уже 34 патента. Это просто круто, это просто здорово, да, то есть у компании есть собственная микробиологическая лаборатория, извините, для клинических исследований. Это просто великолепно, это просто замечательно. И очень хочется рассказать вам про наши награды. Недавно, вот я забыла внести слайд, я вам сейчас обязательно этот слайд пошлю, так как компании наши награды. Вот о всех наших наградах вы можете почитать именно в кабинете Фаберлик, но также вот обратите внимание, что компания получила еще и FIFA Russian Awards. Мы получили за платину Оскаром номинации «Лучший российский аромат премиум-класса» и специальный приз за лучшую рекламную концепцию в популярном сегменте получила Фаберлик by Алена Ахмадулина. То есть в 2016 году у нас не только косметика для дома получила награду, да, у нас получила награду не только кисель, да, и не только парфюмерная водичка Фэнтези принесла нам Фифи, а также и, конечно, Реноваж получил первое место в конкурсе Awards 2016, извините, да, тороплюсь, не то читаю. И мы также получили премию Profession за лучшую коллаборацию года в создании доступной коллекции от известного дизайнера Алены Ахмадулиной. Это просто, дорогие коллеги, круто. Это просто круто, это просто здорово. А ну-ка, не ныть, успеем работать. Да, на самом деле, пока мы себя жалеем, кто-то собрал руки в ноги и работает, да? Как мне раньше говорил мой наставник, очень давно уже, года 3 назад, мой наставник мне говорил, я из другой компании пришла в Фаберлик, она мне говорила, пока ты спишь, другие растут. Пока ты гуляешь, другие растут. Тебе это надо? Да, и я росла, я работала, и, вы знаете, не знаю, вот прям так была сильно замотивирована. Вот сейчас я вам скидываю ссылочку про награды. Ну что ж, дорогие коллеги, мы с вами просидели 1 час 17 минут 25 секунд, показывает моя записывалка. Огромное вам спасибо за то, что вы со мной так долго просидели. Я надеюсь, я вам рассказала все важное. Вы заберете все свои подарки, ваши новички не слетят со стартовых программ. И, конечно же, вам бонусы за покупку дорого приходить не будут. Хотя бы тем, кто присутствовал на этом вебинаре и потом посмотрел запись. Спасибо вам огромное за внимание. Вот, сейчас я на канал YouTube и...